Друзья, ну что ж, я вам говорил, что когда прошлый ролик собирает 5к лайков, сразу же новая серия на моем твинке, где я апаю 6-ю арену, и после этого еще, как я апну 6-ю арену, здесь на этой арене есть просто козырная карта, которой не хватает мне в колоде. Это пушка на колесах, или повозка, короче, ее мы выбьем, обязательно, у меня гемов хватает, сейчас будем открывать сундуки. И говорил, после того, как наберется 5к лайков, вы собрали уже 4600, поэтому я думаю, что до времени, когда я этот ролик выпущу, уже будет ровно 5000. Давайте сразу же на этом ролике тоже берем 5к. Я вам обещаю, что в следующий ролик я постараюсь, сделать все возможное. Там будет спецуха. Задоначу и попробуем выбить первую легендарку. Возможно, даже в этом ролике я ее выбью, когда буду открывать сундуки. Спецуху я с 6-й арены донатить не буду, хотя посмотрим, что там. Если там будет 100% лего, возможно, задоначу. Если там будет снова этот сундук короля без леги, то может быть в следующем ролике. Короче, 5000 лайков и новая серия. Все по стандарту. Итак, колода у меня все та же, поехали брать 6-ю арену, покорять вершины. Да, конечно, 6-я арена такая себе вершина, но это только начало. Аккаунту несколько дней, на стримы приходите, вы вот не успеете очнуться, как уже я буду на 4000 кубков. Серьезно, это очень произойдет быстро, поэтому следите, не пропускайте ни одной серии. Я создаю каждый сезон практически новые аккаунты с разными колодами. Поэтому если хочешь чему-то научиться или... Ну, конечно, у меня по большей части получается их так апать и за счет прокачки, за счет доната. Но на высоких кубках, ребят, ну, как бы я играю против таких же соперников, как и я, поэтому там не только донат решает. Вот. Так, ладненько. Ну, в принципе, я показываю неплохие колоды, показываю очень топовые деки, которыми играют топы, соответственно. Ну, ты давай, если что, присмотрись там и скажи мне, тебе подходят хоть какие-то колоды, которые ты видишь у меня в видосах? Или ты просто меня так смотришь? Мне просто это интересно. Господи, ты посмотри, что он делает. Просто спамер. Спамер уже вторую печку поставил за вышкой. О, блин, я поизон слил, конечно. А у него не только печка, у него, короче, еще хижина, да? Просто я болтал с вами и хижину убил. Не заметил ее. И плюс еще у него зеркало. Просто барыга какой-то. Давайте здесь подкинем подрывника. Надеюсь, что я его, конечно же, поимею, потому что, блин, я с големом вообще считаю себя здесь бессмертным. Ну, что-то меня, видимо, он напрягает немножко. Плюс у него бомбер 8 уровня, увидели, как он по голему-то наносил урон? Вообще охренел. Вот сейчас прям вообще красавчик поставил хижину, прям как надо. Идеально. Но у меня нет голема, я не смогу, наверное, сейчас снести его на 3 короны. У меня просто нету вообще таких юнитов, которые бы и танчили, и дамажили одновременно. Поэтому будем играть от дефа. Также у него 8 уровень. Я вот только сейчас заметил, когда подошел к его главному зданию. Это тоже, конечно, смешно, потому что... Карл, куда катится Clash Royale? Так, здесь давайте охотник. Быстренько давайте убиваем мага. Убиваем печку. И ставим, наверное, голема. И пойдем на 3 короны. Я думаю, что я его вывезу на 3 короны. Мне так кажется. Так, тут нам понадобится... Ну, я бомбер, мне, в принципе... Так, вот это бомбер, его мне мешает. Его надо в числе из первых уничтожить. В принципе, можно было бы закинуть яд, но я как-то вот, ну, пожадничал. Поэтому давайте уничтожаем бомбера. Чем он там бомбера прикрыл? Мушкетером? А, мушкетером через зеркало. Лол. Давайте используем зап, дабы поставить еще одного голема. Ставим еще одного голема. Так, хорошо. Бомбер, пожалуйста, не уходи вперед. Самое главное, не уходи вперед. Так, здесь мы подкидываем подрывника. И сейчас закинем poison. А вот сюда вот закидываем poison. Ну и в принципе это все. Ломаем ему лицо. Спамер проиграл. Я помню с то время, когда спама можно было тащить на таких кубках. Это действительно вызывало определенные сложности у соперников задефать. Потому что как-то не умели что ли пользоваться валькирией. Я не знаю, хотя валька и здесь все играют. Ну правда, спамеры тащили. Ну не умели рили его каунтрить. Там может зап не брали в деку или еще что-то. Сейчас я не вижу сложности играть против спамера. Но опять же, все зависит от прокачки. Если у него на порядок карты выше, чем у тебя, и у тебя мало сплэш-юнитов в колоде, то, естественно, будет больно. Ну, это... Так. Это как бы против любой колоды такие сложности, если у тебя нету контрить чем, да, ту или иную карту. Так. Шарик с ведьмой. Шарик, кстати, первого уровня. Это уже нормально. Ставим големом. Да вообще я не парюсь, я големом как семки их всех уничтожаю. На самом деле, я считаю это неправильным его добавлять на третью арену, потому что игроки реально не умеют их контрить на таких кубках. Они гигантов-то не умели контрить, а то големов. Так, он потратил весь мусор, поэтому я не знаю, чем он будет дефать моего
голема. Давайте закидываем принца. Так, колдун, 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 уничтожить колдуна, найс, закидываем, ох ты, ёпти, только не Валя, пожалуйста, убивай Валькирию, давай, 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 ой, вторую порцию скелетов она не успела забрать, поэтому они сейчас будут ассистить нам, и закидываем еще бомбера, так, найс, давайте поизон накроем, мне кажется, ордамух сейчас будет ордамух, у нас поизон плюс зап, и все будет в шоколаде, нет, кстати, нет, давай, давай, давай. Нормально, все, трешка. Изи. Изи, мэн. Сейчас последняя катка, шестая арена. Посмотрим, какая будет спецуха. Но я вряд ли буду в этом ролике донатить, так как у меня цель выбить пушечку. А выбивать мы ее будем в сундуке с фортуны. Блин, пипец, просто голема съели. Черти. Так, сделаем, значит, так. Я так понял, что на три короны мне очень мало шансов, поэтому сделаем вот так. Давай уже, давай уже, давай уже. Блин. 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 Все-таки надо было на три короны это все делать. Офигеть, я бы три короны забрал. Я бы забрал три короны, рили. Давай, 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 бомбер, давай, давай. Да, бля, просто капец. Ужас, ужас какой. Какой ужас. Я тупанул. Надо было на три короны. Я что-то думал, что принц заберет уже как-нибудь вышку. Но, к сожалению, фейл. Пипец, обидно, обидно, друзья. Принц, какого у меня уровня? Первого или второго? Второго. Я не понял, а почему он сдох вообще? Кто ему вообще разрешал сдавать позиции? На каком основании он сдох вообще? Это же принц, я же там поизон кинул. Я же все за там предикт, все дела, короче. Армия скелетов должна была просто в пепел сразу сгореть. Какого хрена он сдох вообще? Ну, просто додик какой-то, а не принц. Это все из-за него, ребят. Я все сделал... Красиво. Еп. Короче, ладно. Бывает и такое. Заносит на поворотах. Опять же, в себя поверил, видимо. Ну, блин, начало... Ладно, все, похер. Начало не задалось. Конец не... Конец не... Заткнись, все. В конце не задалось, я хотел сказать. Так, давайте здесь... Блин, я вот сейчас вспоминаю прошлый поединок и хренею от того, что, блин, я не добил там совсем понты. Жалко, обидно. Надо было реально принца на три короны к голему подкидывать. Инфа сотка, я забрал бы три короны. И поза на армии скелетов бы. И все. И все. И просто там бы просто минус бы башня была. Третья. Главное здание. Блин, вот честно, вот сейчас вообще бесит все. Не хочу я вот сейчас играть против него три дня. Хочется сразу его на три короны вынести. Все, я забиваю на бочку с гоблинами. Вот. И сейчас просто ставлю голема на три короны. Иду выносить. Все. Быстро выношу. И следующую катку надо выиграть быстро. Я не ожидал, что я проиграю вообще. Это просто... Хоть перезаписывай видео, но реально... Некрасиво получилось. Ну, бывает, видите, что и здесь фейлишь. Давайте здесь бомбера, иначе этот хок снесет мне всю вышку. Хотя, опять же, я вот ошибку допускаю с големом. Надо все в одну сторону выбрасывать. Не надо вот распыляться на две стороны. Я вот сейчас потратил бомбера, он бы мне пригодился в саппорте с этим, с големом. Фаер. Я боюсь поизон тратить. Не знаю, что. Сыкотно. Так, здесь армия скелетов. Здесь разряд. Здесь разряд, я сказал. Ведьма сдохнет, нет? Ведьма сегодня сдохнет, нет? Ведьма сегодня... Блин, да что ж мне не хватает-то на три короны? Прокачки, что ли? Так, я понял. Я тебя понял. Я тебя понял, я тебя услышал. Так, ладно. Ставим голема. Я, видимо, реально в себя поверил. Тут тоже соперники что-то умеют. Ой, хорош, ой, хорош. Так, здесь принц. 25 секунд осталось. Ему еще надо добить вышку слева. Поэтому армия скелетов. Не даем ему добивать. Не даем, здесь poison. Хорош. Блять, почему? А, вот почему. Вот оно почему. Все так происходит. Я вот сейчас только увидел. Он, кстати, не добьет вышку. Я только сейчас увидел, как медленно мой поизон убивает скелетиков. Они сначала, короче, на пол хп становятся, а потом полностью умирают. Это из-за прокачки поизона, а не из-за прокачки принца. Все.
Просто армия скелетов какого у них уровня? 3-го уровня. А у меня 1-го. Вот. Если бы Poison был бы тоже 2-го или 3-го уровня, они бы моментально бы сдыхали. За счет этого у меня принц и сдох. Все, я... Пацаны, тогда что вы на меня гоните? Тогда все справедливо. Я все просчитал, я просто не хватило мне прокачки. Я там все сделал классно, честно, я думал... Я думал, что мне достаточно будет того, что я кину принца и Poison, снести вышку. Вот. А так... Так, я, в принципе, тогда не расстроен, что проиграл. Так, ставим голема. Блять, вот мне скажите, вот у пацана все хорошо, или кто это, или девушки, у него или у нее все хорошо вообще по жизни? Как можно Вальку, ведьму и Валькирию просто выпускать и вообще брать в колоду вот это все? Неужели ему недостаточно мага, либо ведьмы? Вот неужели? А, ладно. Здесь давайте. Ну, чем больше сплэша, тем больше успеха. Такая у них логика. Хочу сразу на 3 короны его вынести, просто бесит он меня уже. Начало поединка меня уже бесит. Давайте здесь... А ничего мы здесь... Нет, давайте дракона сольем. Тут охотника. Мне, короче, нужен голем. Мне нужен голем, до него прокрутиться. Так, охотник. Охотник, блин. Отлично. Так, ну что. Сейчас ставим голема на правую сторону. И будем, короче, пушить 3 короны. Все, я готов. 9 эликсира, понеслась. Блин, капец, я в шоке. 15 минут видос, я рассчитывал на 10. Но это из-за того, что одну катку, сука, слил, блин. Непорядок вообще, непорядочно. Так, там Валькирию слил он только что. Поэтому бомбера будет достаточно. Я не буду дефать. Вот рили, ну нах. Хотя нет, все, уже надо дефать. Армии скелетов можно дефать. Так, найс. Блин, бомбер, да что ты так стыхаешь быстро, фу. О, я опять рассчитывал на 3 короны, не хватило чего-то мне. Ладно. Да, короче. Приходится играть по правилам тогда. Чем ее дефать? Принцем? Давайте принцем дефать. Хотел на 3 короны. Я его выиграю, но... Блин, хотелось побыстрее его выиграть. Так. Ну, давайте, армия скелетов. Голема из-за того, что мини-пик он, сука, слил. Меня бесит меня на этих кубках, что они сразу свитч делают на другую сторону. Какого хрена вообще? Откуда у вас эта мысль в голове? Вы на 5-й арене, вы этого знать не должны. Вы должны просто на пролом идти. Сука, я только буду строить атаку, они сразу же, сука, берут с противоположной стороны какие-то юниты, выпускают, и я не успеваю их забрать просто. Ой, не успеваю подкинуть что-то к голему или вообще неважно, построить одну атаку. Все, я его выиграл, правда не на 3 короны, опять же чуть-чуть не добил Децл, что в прошлом поединке, что в этом, не, позапрошлом, когда я проиграл. Но неважно, мы сделали это, и это какая 6-я арена? Да, 1700 трофеев, давайте скриншот, все отлично, все красиво, все по блату. И что у нас в магазе? Да ну фак, я думал уже легендарный сундук. А с какой арены вообще легендарный сундук? 7-й походу, да? Как посмотреть? Да, походу 7-й. Или он где-то на сундуке написано должно быть, по-моему. Так, давайте посмотрим. Да, легендарный сундук королей 7-й арены. Фак. Но все равно шанс есть, что здесь будет лего. Короче, 5000 лайков, я его открываю на в следующем ролике. А сейчас у меня цель выбить пушку на колесах. Приступаем сразу к открытию. Мортиру выбили. Она нам нах не нужна. Ух ты, аж целых 2 эпика. Найс, эта пушечка будет. Я не могу дальше. А вдруг выпадет ненужный эпик? Я не могу дальше крутить. Оставлю 2 голема на 3-й уровень. Голем будет нормально. Еще раз открываем. А 2 эпика будет падать с каждого сундука? Ебой, сходу просто. Блин, надо было скриншот-то сделать. Да? Надо было. Ладно, я сделаю скриншот вот отсюда, что я ее выбил. Так, все, найс, берем пушку, берем ее вместо, скорее всего, бомбера, либо вместо охотника, либо вместо армии, вместо принца, нах мне принц здесь. Естественно, мы ее прокачиваем на 2-й левел, найс, просто имба у меня в кармане, блин. Все, ну что ж,
Дальше будет весело. Ай, голема давать. А, нет, голема не буду прокачивать. Впускай в следующем видосике. Подписывайтесь, ставьте лайки. 5к лайков, новый видос. Спасибо за просмотр. Если вам этот твинг нравится, дай мне об этом знать в комментариях. И что бы ты хотел... А что бы ты хотел вообще? Что ты хочешь? Пиши в комментариях, что ты хочешь. Все, до новых встреч, пока.